Приветствую вас, друзья. Продолжается партия за Великобританию. У нас хорошая новость. Построен Суэцкий канал. Теперь мы можем без препятствий проходить Средиземного моря в Индийский океан. Также мы готовимся к тому, чтобы начать войну против Речи Посполитой. Единственное то, что неудобно будет вместе с баварцами против поляков сражаться, потому что они будут захватывать территории, которые мне бы хотелось забрать под свой контроль. А может, поляки отбросят баварцев, кто его знает, все-таки. У них мощная армия, 127 тысяч баварцев, точно такая же. По количеству, по крайней мере, по качеству не знаю. Литва по-прежнему будет сражаться вместе с поляками. Они что, не сражаются против Баварии? Не сражаются. Ну ладно, давайте пойдем вот так вот, будем пробовать отрезать баварцев от доступа к польским крепостям. Поляки на этот раз даже не спешат сражаться с нами. У них есть хорошая армия, 133 тысячи, но они куда-то отступили. Литовцы только вот осаждают. Поляков вообще нигде не видать. Пало также время перемирия с кастильцами. Надо будет их добирать в этой войне. Уничтожаем сразу им полностью армию. Революция все распространяется. Уже есть даже в Лондоне. Ну, если так посмотреть, 6% только по державе. А знаете, какой флаг используют Великобритания? Британия, ну или Англия, если происходит революция. Флаг суфражисток. Вот такая вот феминистическая революция тут получается на островах. Полностью берем под свой контроль Иберийский полуостров. Часть территории сразу отходит лузитанам, часть нам. А еще им нужно будет, наверное, отдать вот эту область Севильи полностью, чтобы оно отошло им. Либо себе оставить, допустим, только Гибралтар, а им вот это все отдать. Хотя так тоже будет нормально. Ну и теперь, что нам остается делать? Нам остается просто отойти, то, что мы тут взяли. Просто наши союзники, надо было им поставить задание, чтобы они сидели у себя на территориях. Они вот Варшаву взяли, лучше бы, чтобы ее взяла Бавария и себе замирилась. У них 66, ну, так бы было где-то 75, допустим, да. Но они еще возьмут тут некоторые крепости, чтобы они тут долго не сидели в этой войне, знаете. Ну, вы понимаете, что я вам рассказываю тут. Вот, кстати, и польская армия. В России они скрывались. Баварцы, я думаю, их найдут. Завершается война Баварии против Польши. Выделяют, я вижу, они Бранденбург. Ну, чтобы не терять время, давайте сразу возьмем в оборот, то союзов она подписывает. А теперь в Баварии 200% есть. Нормально, не смертельно. Поляк готов подписывать мирный договор. Забираем у него полностью Пруссию, вот здесь Нуймарк, также область Лужицы, Силезию и часть Богемии, да? Также снимаем гарантов в Саксонии и с Венеции, ну и плюс там деньги и прочие небольшие плюшечки. Теперь есть риск того, что Нидерланды вступят в коалицию, там 53. Я не хотел год просто сидеть мотать. Ну и Саксония, там 70. Поэтому мы сразу объявим войну Саксонии, только сначала передам провинции Балтийскому протекторату. А все остальные мы пока закорим, а потом будем отдавать их Саксонскому протекторату. Сначала его нужно будет создать на самой Саксонии. Так просто будет им меньше проблем, чтобы это все корить. Это у них будет уже сразу закорено. Блин, на Баварию минус один идет. Ну, вроде бы не должно быть никакой. Бляха-муха, Бавария теперь кинула гарантию, да? Нет. А что это такое? Защитник веры, видимо. Да, защитник протестантизма. Баварец. Ну, зря. Что я могу сказать? Это его проблема. Единственное то, что у нас вот здесь не будет кориться, да? Потому что Саксония это считает национальными территориями. Не все, но многие. Ну ладно, там где нет, там поотменяем закаривание. То, что сможем, только закорим. Как назло, тут самые такие крупные. Но если брать одну провку или две, то саксонцы быстро нам сдадутся. Ладно, прорвем. Погнали. Пойдем сразу осадим баварскую столицу, чтобы они долго не брыкались. Да неужели нам дали нормального лорда-протектора? 6.1.3. Оккупация баварских земель идет планомерно, Саксония уже полностью под контролем нашим. Хотелось бы еще все-таки уничтожить баварцам армию. Они много воевали, чтобы у них больше не было. Но они ходят по-хитрому, большими стеками. Но все-таки попробуем хоть кого-то поймать. Саксонцев пока что выбили. Продолжаем преследовать. Еще поймали небольшую армейку. Ну так хорошо отсекать их без генерального сражения, да? Какие они быстрые. Вот тут точно поймаю, да? Есть круг. Круто, уничтожаем полностью в одной битве. Ноль войск у них остается. Теперь можно подписывать мир с баварцами. Отдельно подпишем. Можно, чтобы он повозвращал некоторые территории. Тогда эти страны будут лучше к нам относиться.
Да, можно было бы так сделать. Как-то вот так. 80% пока что берем. Подписываем мир. И теперь Саксония. Забираем вот эти три. Тридцатка агры идет. Ну, тут только тренд получается, с кем нету перемирия. Все остальные не особо-то и важно. Но нам главное сейчас просто создать этот протекторат. Отдать ему территории. Союзики, конечно, порвем. Можно религию ему сменить. Ну да, давай. И завершаем войну. Теперь будем создавать нашу дочернюю державу. Вот такой вот он у нас получился. Потом отдадим вот эти все территории. Это будет его. В Европе все тихо, спокойно. Еще попробуем повоевать в Азии. Маджапахит нам надо забирать. Да и Тонду тоже. Ну давайте проатакуем через Тонду. Ему объявим войну. А на Маджапахит поставим галочку. И плюс тут еще вот тернаты можно будет добрать. Срочные новости доносятся с Баварии. У них происходит революция. Они скинули революционеры королеву консорта Софию. Председатель Максимилиан у них теперь руководит. Это интересно. Это значит, что мы должны получить против них казус белли один. Интересный такой. На сокрушение революции. Ну, там еще претендентов много. Очень много. А Баварии войск мало. Наш же флот перебрасывает войска на Ближний Восток. Будем воевать против Акунюлу. Заберем ближневосточные территории. Чагатай, как защитник веры, соглашается им помогать. В Индию также перебрасываются войска. Индонезия сейчас под нашим полным контролем. Все территории захвачены. Идет процесс национализации. И нужно подождать, чтобы забрать туда же Тонду. И тогда Филиппины будут под нашим контролем. А осман напал на поляка. Хотят вернуть провинцию себе. Вот это вот. Почему-то Россия не нападает на поляка. Я не понимаю, почему, что не так. Армия значительно больше. Имеет свои национальные территории здесь. Красным вот оно обозначено, то есть она хочет эти земли. Вот, кстати, карта революционная, кому интересно. Я, честно говоря, думал, что Страсбург или Берг первыми станут революционными державами. А оказывается, вот так. Оно получилось. У нас сколько есть? 11%. КБ пока что у нас нет. У нас сокрушение революции. Хотя, может, оно еще не считается, что революция успешна. Не знаю. Ну, еще покажу карту религий заодно. Сербы, протестанты. Можно было бы им поменять религию, навязать, знаете. Потом при помощи своих четырех миссионеров тут быстренько это все поперекрещивать. Но пока что есть, где ими работать. Поэтому не делаю данную манипуляцию. Ну, Индию так, процентов на 30%. Наверное, перекрещено уже по развитию, имеется в виду, по площади. Тут, не знаю, процентов 20, наверное, только. Стараюсь перекрещивать самые крупные провинции. Ну, давайте объявлять войну. Чагатай, Нагайцы и Бьяхпас будут защищать Акуюнлу. Хорошо, что тимуриды хотя бы не будут. Еще одна революционная держава, на этот раз Дортмунд. И с ним мы получаем казус белли на сокрушение революции. А здесь нету. А, может, из-за того, что у нас перемирие висит. Может быть. Если ты идешь по империализму, то получаешь 75% от агры, если по сокрушению, то только 50%. Ну, можно вот так вот проатаковать, поставить галочку. Можно просто дождаться, пойти прямиком на Баварию. Также стоимость провинции тоже вместо 75% идет 50%. Ну, то есть Баварию я бы мог за одну войну забрать, наверное. Ну, почти. На полях сражений все хорошо. Оккупируем Чагатай. Можно было бы, ну, там что-то с него потребовать даже. Война против Акуилу сместилась в Центральную Азию, или это уже Восточная Азия. Они свели сюда все свои войска, но им уничтожили 100 тысяч уже. Но их очень много. И все больше и больше, все прибывают и прибывают. Уничтожаются об нас и уничтожаются. У нас тут не так уж и много войск. Сражаться оно, конечно, можно, но не знаю, сколько мы сможем здесь выдержать. Разве что еще наемников нанять. Но просто в этом смысла особого нету. Мы можем уже заканчивать, в принципе, войну. На Чагата есть только 18%. И даже один союз разорвать не хотят особо. Ну, давайте еще немного посражаемся. Возьмем себе гурхов. Они в реальности служили британской короне. А тут послужат британскому парламенту. Ну, давайте уже будем мириться все-таки. На Чагатае 27% набили, 180 тысяч уничтожили его войск. Ну, они, короче, свалили. Где-то бегают, не буду за ними гоняться. Просто подпишем, вот на 28% они соглашаются. Хватит с них. Так, и теперь надо с Акуньоло. У него повылазили партикуляристы. Это замечательно. Ну, себе заберу вот эти 4 пробки. Плюс выделю некоторые вот страны. Ну, и хватит с него унижений, так сказать. Да,
на эти страны могут идти агрессивные очки, но я не думаю, что там сильно много будет. Грузию, Трапезунд, там вроде бы Россия защищает. Да, она защитник веры, что их тут никто трогать не будет, наверное. Но теперь пока мир можно передать провинции саксонскому протекторату. Следующая наша цель — это будет Венеция. Вместе с ними сражаются Тоскана и Болонья. Ставить галочки не будем. Пробуем от Венеции максимально, что сможем взять. Есть у нас 50 галер. Давайте все-таки возьмем... О, боже, что за... Вот это получше будет. Адмирал. Потому что придется сражаться много против их флотов. Только у них 47 на 2. Тосканы большие крепости есть. Видимо, придется очень много их осаждать. Завязывается крупное сражение возле Павии. Мы не успели помочь нашим друзьям, но все равно вступаем в этот бой. Победа за нами. Также приступили к осаде Венеции. Венеция взята. Теперь вступает венецианский флот в бой против нашего. Мы должны тут побеждать. Ух, дают еще 15% боевого духа для армии. Да, победа за нами, но мы потеряли. Да, мы потеряли 5 кораблей. Ну, знаете, против венецианцев это не стыдно даже. Да неужели Россия наконец-то додумалась напасть на поляков? Быть того не может. Так, намечается еще одно крупное сражение. 160 тысяч вражеских войск будут нам противостоять. Но эта крепость расположена в горах. У нас пока есть 90 тысяч, но еще на подходе есть войска. Болонскую давайте армию выбьем отсюда. Просто им союзы разорвем. Так, 150 теперь тысяч. Бой завязывается. С нашей стороны почти 200 тысяч было. Ну и мы побеждаем. Это, наверное, самая крупная битва за эту всю партию. Им еще и отступить особо некуда, да? А почему? Могли вот сюда обойти. Еще в соседнюю прорву отступают. Взяли мы также Флоренцию. Есть. Полностью разбили их армии. 0 и 0. Да, можно подписывать мир. С Тосканы только разрывы союзов. Они могут, кстати, подписать с Баварией. Будет весело. А выделять страны, наверное, не надо. Просто пусть уберут свои претензии с наших земель. С Венецией будем забирать вот так вот на 66%. Правда, это нам надо подождать, чтобы закурились пробки. Ну, либо взять еще на Балканах. Да, наверное, так и сделаем. И отдадим сербам. Потом себе доберем. С венецианцами подписан мир. Вот так вот мы забрали территории. Теперь у нас есть свободный проход через Северную Италию. Следующая цель — это Тунис. Все четыре его союзники будут его защищать. Это Маджуран достаточно огромный. Но тут уже идет у нас где-то флот. Вот вышел, 64 тысячи сюда везет. В Южной Африке у нас тут партикуляристы восстали. Я что-то даже забыл за них. Ну ладно. Первым делом давайте попробуем спасти Борну. Я тут нанял амазонок, пусть посражаются. Уничтожаем все армии, и Аджурану, и Бенину, и Тунису, там почти все. И давайте будем мириться сначала с Аджураном, заберем у него вот тут вот такой вот бережочек, как хватает с нас. Думал повыделять с него какие-то страны, но тут по одной, по две провки их сожрут сразу, кто-то другой, вот. Но зато в ходе этой войны, знаете, что я нашел? Я нашел Ваканду. Вы думали, это выдумка киношников? Нет, она существует, вот она. Хорошо, теперь с Бенином. Нам давайте. Они тут против Борну воевали. Господи, Сербия, сколько у тебя этих повстанцев? Пец. И сожрали это Борна. Неправильно вы сделали. Не надо было этого делать. Опять союзов понаподписывали. Прощенцы. С чем она вам? Вот так вот. Теперь Тунис. Ну, а против Туниса вот такой вот мир будет, да? Достаточно жесткий. Но при этом османа оно даже не затрагивает. Ну, как там идет немного. Но я улучшил с ним хорошо отношения. Сколько теперь? Плюс 8. Нормально. Ну все, Тунис он уже с такого, я думаю, не оправится. Теперь что можем? Отдаем Марокко, остальное корим. И потом ему отдадим, наверное, всю Северную Африку. Мы, кстати, ему можем поменять религию. Интересно. Но тут будет столько восстаний. Не, зачем? Блин, я случайно нажал эту кнопку. Промахнулся. Нужно было нажать на вот подарить. А я сюда кликнул. Извини, Марокко. Но он все сожрал. Нормально. Даже не почувствовал. Я взял только вот здесь одну провку. Тут было наша претензия, помните, там по заданию Киренайка теперь под нашим полным контролем. Нам, конечно, надо еще на османа будет пойти, но можно и подождать. Это неспешно, там одна война против него будет, да, можно как-то под конец. Возвращаемся в Европу, давайте будем начинать ее, ну, по
полностью забирать. Первой страной у нас будут Нидерланды. Союз у них со Страсбургом. Какое интересное название их столицы. Давайте, поехали. Армия у нас тут есть расположена. Еще одна надвигается. Еще одна сюда. Одна вот так. Это тут берет, это тут берет. Это берет у нас вот здесь. Сразу попробуем перехватить вражеские армии. Все территории наших врагов оккупированы. Будем мириться сначала против Страсбурга. Одна провинция отойдет Рейнскому протекторату, и он разорвет союз с Нидерландами и Швейцарией. Заплатит репарации и отдаст денег. Дальше Нидерланды у нас будут. Тоже две пробы под Рейн идут. Тут мы забираем им доступ к морю. И еще две провинции. Снимаем гарантов, берем репарации, деньги. Свободен на данный момент. Потом его доберем. 108, ничего себе. За Брюссель. Тут сразу, наверное, у нас, да, стоит владение. На 80% у него осталось. На Баварию еще нужно ждать. Почти 2 года. Слухи о революции в Баварии дошли до наших колоний. И они тоже хотят большой свободы. Они получают модификатор Dreams of Liberty. Желание свободы плюс 30%. Ладно. Ух ты, даже на кого-то она подействовала. На Мексику. 13 колоний пока не хотят свободы. Ну, это не страшно. Ну и пока у нас есть 2 года, можно просто-напросто вот с этими странами повоевать, повесить на них перемирие. Там Ансбах, Саксония, Дортмунд, ну и Берг, конечно. От Берга пару проф отдать Рейнскому протекторату, чтобы он их корил. Да, давайте так и сделаем. Истекают сроки перемирия против Баварии. Наконец-то мы получаем против них казус белли на сокрушение революции. Также было продвинуто еще несколько войн. Забрали Целе, забрали Далмацию, Сербию отошло. И забрали вот здесь крупную крепость от Ансбаха. Давайте будем начинать эту войну. Тоскана, к сожалению, в союзе. Это плохо, это опять придется вешать на них перемирие. Ля-ля-ля. А тут еще 2 войны против Тосканы надо. Ладно, как-нибудь это все будет. Давайте будем начинать. Также можно выполнить ачивку на эволюцию, вот эту вот промышленную. Последнюю провинцию мы до 25 уровня, и ачивка готова. Так, немного я вот тут вот не рассчитал свои силы. Надо отступить, и лучше. Баварцы всю свою армию собрали в одном месте. И наша, видимо, даже отступить не сможет, да. Минус 32 тысячи. Ничего, наймем наемников. Столица Тосканы взята, и мы их выбиваем. Просто, наверное, разорвем союз с баварцами. Они не хотят. Ну ладно, не будем. Просто белый мир. Войска тянем на север. В самой Баварии осталось взять еще 2 крепости и разбить их армии. Иначе они не будут подписывать мир. Но мы их, так знаете, потихоньку окружаем со всех сторон, чтобы они не могли даже никуда сбежать. Ну вот здесь неплохое место для сражений. Давайте будем пробовать. Так, только они неправильно наши армии идут. Эх. Надо было взять уже последнюю, когда начинать сражение. Так, взяли крепость недалеко. Подкидываются войска еще больше. Блин, у нас командует не наш генерал. И мы не получаем те бонусы, которые должны быть у нас. Ах, плохо. Но победа должна быть за нами. Да, мы победили. И добиваем обе баварские армии по нулям. Теперь у них и 100% военного счета. Ну, за год закончилась тут война. Даже меньше. Если мириться и забирать у них прекращение революции, это аж 50%. Да пусть себе будет эта революция. Она вроде должна кидать какой-то отрицательный модификатор. Но я не видел, чтобы оно было такое у нас. Где-то оно, по идее, вот здесь должно быть. Ну, тут попробую найти это. Но я не вижу. Вроде как и нету этого модификатора. Хотя, может, теперь поменяли. Это просто раньше так было. А тут недавно меняли эти революции. Может, теперь нету его. Забираем, что можем. А там разберемся. Мне интересно, Рейнский протекторат, он еще не закорил то, что я ему отдавал. Ладно, мы закорим, если что. Вот такой вот мир у нас будет. 3 провинции у них еще останется. 15 лет доберем. Ну, либо он подпишет союзы. Вот, например, с Тосканой у него будет. Когда будем выиграть против Тосканы, тогда и заберем. Если он согласится, конечно. Так, теперь это все надо раздать. На 245 сверхрасширения. Нормально, так повоевал.
Завершается перемирие против Тосканы, сейчас будем на нее нападать. Также была проведена война против Швейцарии, осталось у нее 3 провинции. Отдали под альпийский протекторат. В основном вот эти 2 мы оставили за собой. Кстати, культуру поменяли швейцарцы, была окситанская раньше. Она просто относится вот так вот к Франции, так что я оставил себе. Штеттин был тоже передан балтийскому протекторату. В Дитмаршине произошла революция, ну также и в Швейцарии. В Польше тоже началась революция, османы их атакуют. Сложнее всего тут рейнландцам, потому что они не могут никак это покорить полностью все то, что я им отдаю, но они стараются. Да. И также у нас начало капать бедствие на революцию. Чтобы его убрать, нужно стабильность до 3 поднять, но это тяжеловато будет сделать. Старых нам дают вот этих лордов протекторов, они умирают постоянно, стабильность падает. А очков, чтобы получить, нету, потому что дают на 0. 0 вообще. Давайте будем подписывать мир, и тут еще воюем против Саксонии и остатков Швейцарии. Забираем пока что вот эти вот 4 провинции, там 2 крепости хороших. Давайте вот так вот, пусть лучше будет на 208, да? Но у нас есть как раз дальше Саксонии. Сначала мы миримся против Швейцарии, она не хочет пока что, чего скоро захочет. Все, теперь она захотела. Так, Саксония... Сможет ли наш протекторат вот это все переварить? Ну-ка, давайте посмотрим. Для нас это 73. Думаю, что не сможет. Давайте вот так, без этих 4. Они вот, например, Прагу еще не закорили. Да много чего они не закорили. Я не уверен, сможет ли он вот это переварить. Ладно, пока что берем вот так. Одну не смог, но нормально. 91,8 для нас. На данный момент сверх расширение идет. Еще 2 пробки рейнцам отдать надо. Священники нас спасают, они несут слово Божье, и мы получаем плюс 1 стабильность, 3. Должно уйти вот это вот бедствие на революцию. Ведем также войну против Венеции, у нее в союзниках была тунисская держава, а также Польша. Ну, Польшу мы тут оккупируем, Венецию добиваем. Ну, от Венеции мы многое все равно не сможем взять. Так, с поляками надо подписать мир. Забери гаранта только. Да и, в принципе, свободен, мне его территории не нужны. Но здесь надо подождать, чтобы закорились в Италии. 4 провинции. Уже тогда с венецианцами подписывать мир и что-то брать. От Туниса забираем вот эти 4 провинции. Сразу они отойдут марокканцам. И союз Венеции тоже порвем. Истекли сроки перемирия против Нидерландов, будем их атаковать. Страсбург у них в союзниках, можно даже галочку поставить, но все равно оно, ну, не влезет, оно за одну войну, знаете. Так что галочку ставить нет смысла. Поехали. Также была сокрушена революция в Баварии, благодаря чему наши колониальные автономии потеряли этот модификатор на 30% желания свободы. Но при этом Польша стала революционной, и она сейчас воюет против Литвы. Литва сама напала вместе с валахами. Завершается также война против Салуцу, Болоньи. Короче говоря, это все мы забираем. Ладно, давайте на этом будем завершать это прохождение. Ох, границы тут, конечно, в Восточной Европе дикие получились. Ну, я еще повоюю там против Османа, против Мамлюка, например. В Германии, Италии это все подобираю. Но это такое, это уже неинтересно и смысла показывать нету. Ну и давайте под сам конец посмотрим на гегемона экономического. Давайте это возьмем. Мы уверены, что выставим в одиночку против всего мира и станем доминирующей державой. Мы превзойдем Александра Македонского и Чингисхана. Конечно. Да, даже на союзников кидается минус 100 гегемон. Теперь все нас ненавидят, да? Прекрасно. Но еще тут есть уровни, да? Каждый месяц плюс 0,5. Можно получить еще минус 20 автономии территории, 25% производства товаров. А в самом максимальном это плюс 20% лимита управления. Вещь, конечно, классная, но это нужно по КД всех атаковать, иметь армии по всему миру, ну и так дальше. Также обязательно будет сделан таймлапс, выйдет он через несколько дней, потому что его, наверное, долго придется делать. Ну и буду с вами прощаться, благодарю вас за то, что смотрели, благодарю спонсоров за поддержку. На этом все, увидимся в новых прохождениях.